Почти. Сейчас он превратится в одно сплошное черное пятно. Передачку выбила. Резина замылилась. Там вот так, она нет, вообще она как бы. Она и мылится там толку уже все. Она у него туда. Синяя резина. Может его сзади толкать? Я вообще такой вайт сделал выбор странный. Второй херня. Смотри, я не знаю, вообще такой вообще выбор. Если рядом есть тупо пизда, когда мне закупался девайс с базу резины, так его высоковато бампер, фары как раз. Не получится. Блин, чуть не проехал. Снимал, да. Протектора нет. Нема, да, вообще. Был бы протектор, бы заехал. Думаю, что да. Месяц назад, вообще. Это Валерка не дрог выгулял. Сами помоги. Помоги, помоги. Подожди, Валер. Потянем. Идет, идет, идет. Получается, да? Ну нормально так там нарылось, получается, ямы хорошие. Сейчас а посмотрим как. Не все. Андрюха, нет. Андрюха нет. Андрюха, поехали! Вот так. Он тоже так поедет через это.
красный, да, человек? Да, да, да. Что? Красный. А, даю, 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 даю. Будь добр. Руслану передашь на белом мицике. Ага. Спасибо. Здесь будет веселее. Когда ночью будет добр, чуть-чуть, короче, я... Нет, там даже... Я уже отдал ему. До скорых встреч. Рад был повидаться. Ну да. Вообще. Не. Я думал, что так просто будет. Потому пока еще БТС-ку резину можно очищаться. Ого! А у него лебедка есть, я не помню. Не, не копай, не копай! Вперед назад! Вперед назад! Елки-палки. Это капец. Капец. Чуть не проехал. Все. Все, кажись, все. Ребята уехали домой уже.
Есть. Обкидал. Нормально так грязи закидал. Так, Леня пытается, сколько получится. А, песок. Тут такой. Просто угол нереальный. Кстати, звук мотора не Эдрика. Так, на поджерике колесо раздулось. Колесо раздулось! Колесо раздулось, что-то будем помогать. Ич. Побольно было. Вот так нормально, так ничего не будет. А, вот он. Да, он здесь как раз. Thank you.
друзья, все, на сегодня оффроуд завершен. Помыли стекла, посмотрели на красивую Десну. Валера уехал. Починили омыватель. Сейчас я вам покажу, как работает. Смотрите, как брызгает, вообще просто сказочно. И едем теперь домой. Так, где-то я их потерял. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки, включайте колокольчик. До встречи, всем пока. Так, друзья, еще не все. В общем, опять засада. Коробка застряла в третьей передаче. И назад, ни назад, ни вперед, ни в какую. И дергали, и шатали, и тут и двигали. Не знаю, что произошло, но... В общем, могу ехать только на третьей. Слава богу, позволяет понижение. Вот, вот это я на третьей еду. В принципе, и тронуться, и двигаться более-менее с какой-то скоростью. Но коробка, конечно, блин. Тут она еще через тяги дополнительные все эти... Вот я сейчас третий. Ну так, немножко. Немножко, но... Немножко неудобно, вон люди снимают. Ну, уступить нет. Обгоним и будем снимать. Ну такое. Это уже произошло на асфальте, то есть нормально отъездили, без проблем, но такая неприятная ситуация. Съем коробки вы видели, это жесть, конечно. Это пол машины разобрать. Ладно, будем там смотреть, есть лючок. Можно посмотреть, что-то заскочило. Едем к Олесю, подумал, ну, парковаться задней нету, только третья. Ненормально ни запаркануться, ни подъехать, ни заехать. Тут мы мимо Броварского проспекта ехали, думаю, сразу позвонил. Говорю, заскочу, оставлю, понедельник посмотрим. Ни в какую, как не стучал. Очень жестко уже дергал. В разных режимах, и газом, и так, бесполезно. Ничего не помогает, но... Думаю, ничего там критичного нету. Такой слабый узел. Хотя на дороге, ну, в Луазах люди ездят. Тут все-таки, что еще механизм этот переключения, ну, чуть жестче оно, ну, в принципе, включается, все попадаешь. Непонятно. Немножко я динамично разогнался, но ничего такого сверхъестественного не было. Макс говорит, надо просто пересыпать все с новой запорожской неизношенной коробки. Может и так, но... В общем, будем смотреть. Вообще задолбало. Я только говорил про Луаза, про Субаровскую. Конечно, по-правильному один раз ее поменять и все, и забыть об этом. Там другой уровень надежности. Ну, там и коробка такая массивнее в два раза. На третьей такая... Более-менее комфортная скорость, вот 40 км в час. То есть, благодаря понижению в бортовиках 1,78, с третьей получается тронуться. Даже на этих, на 29-х колесах. Ну и 40, от 0 до 40, в общем, третья передача.